Tātad pēc spēles preskonference RFS komandas galvenais treneris Viktors Moross, treneri, ko var pateikt par šādu spēli, kādas ir emocijas un vai esat laimīgs šobrīd? Да, на самом деле очень довольна, что удалось одержать победу. Сложный, очень сложный матч. Может быть, где-то повезло, но я думаю, что в этой ситуации мы заслужили это везение, поскольку были терпеливыми, старательными, выполняли план. Да, ну... Очень важно, что мы в игре, мы в борьбе. Сейчас будет время отдохнуть после сложного графика. Да, и дальше уже такой финишный рывочек, где надо будет необходимые шаги сделать. Protams, esmu apmierināts ar mūsu spēli. Tā bija tiešām sarežģīta spēle. Kaut kur varbūt šovakar mums arī paveicās, bet manuprāt, esam pelnījuši šo veiksmi, jo izpildījām spēles plānu, nospēlējām pacietīgi. Tur, kur vajadzēja, un tiešām ļoti svarīgi, ka izdevās uzvarēt. Tas nozīmē, ka mēs turpinām cīņu par čempionu titulu. Nekas vēl nav zaudēts. Tagad varēsim nedaudz atpūsties, un pēc tam būs finiša taisne, kurā viss arī izšķirsies. Четверг было обидное поражение в Белграде. Тяжело ли было настроить сегодня на игру команду? Да, в принципе, всего 2 дня у нас было между этими играми. И, в принципе, поздний матч, перелет, да, и, как видели, больших перестановок в составе у нас не было. Ну и, как обычно, в таких ситуациях уделяется внимание реабилитации. То есть, в принципе, ну, тренировать уже не было смысла. Чисто по физиологии уже 2 дня. Это как раз те дни, когда только можно восстанавливаться, да, поэтому нужно было найти необходимые слова, чтобы... настроить игроков, чтобы подойти свежими. Но в такой ситуации очень на помощь пришел мультик, снятый Ригой. Да, то есть немножко он, может быть, задел за живое ребят. И, в принципе, нужно было так просто напомнить. Может быть, то есть такой помощь подоспела оттуда, откуда не ждали. Viktor, pats atzina, ka bija grūta spēle un bija jābūt pacietīgiem, lai sagaidītu savu iespēju. Kas bija tie galvenie iemesli, kāpēc pirmajā puslaikā, nu, vismaz mūsuprāt, dominēja Rīga un jums bija grūtības vispār tikt ārā no savas laukuma puses? Да, и на мой взгляд тоже было так. Но видно было, что свежести у нас не хватает и работают с мячом намного лучше соперники. Но кое-какие корректировки мы внесли в перерыве. Слава богу, что в первом тайме таких... Если я не ошибаюсь, 100% моментов не было, давление оно было, но закончили 0-0, сделали некоторые акценты в перерыве, и, на мой взгляд, второй тайм, в принципе, он уже лучше, что, конечно, тоже удивительно, но поскольку ну, усталость, она видна была заметна, но в этой ситуации я хочу такие лестные слова в адрес футболистов высказать, да, то есть они сегодня характер такой проявили, мужской, мужественный, и в перерыве мы об этом говорили. Поскольку у нас Эмерсон был более свежий, мы решили больше сделать акцент при выходе именно через него. Да? И в принципе, так, на мой взгляд, он там хорошо выглядел в борьбе против Федорова. Да? Ну и кое-какие однозначно замена, когда Янка Яковникс вышел, то есть она тоже нам чуть-чуть дала свежести и разнообразия. Viktor, pirms spēles bija 5 punktu starpā, vai teiksim, šī noskaņoja komanda, ka šī principā teiksim, tāda diezgan izšķiroša spēle vai neizšķirsi par šajā mačā būtu tāds rezultāts, kas par atstātu cerības sezonas turpinājumā? Перед игрой мы не говорили о ничье совсем команде, да, то есть настраивались на то, что нам необходимо побеждать, но сами тренера мы, конечно, держали в уме и надо было понимать, как будет складываться игра, чтобы уже тогда принимать решение, какой результат нам необходим, или удержать ничью, или же все-таки, то есть решили так, что будем действовать уже по ситуации. Bet, nu, teiksim, tie 5 punkti būtu palikuši, tu uzskatīt, ka vēl ir liels cerības uz titulu? Да, я думаю, что еще были бы, потому что я думаю, что соперники будут отбирать очки. Да, я думаю, что не раз, и даже сейчас видно, что некоторые команды, они усиливаются более крепкими, плюс у соперника будут игры Еврокубков, будут игры Кубка, то есть, ну, я думаю, что там еще все впереди. Par Emersonu jau sāk runāt, teiksim, pastāsts varbūt to sastāvu izvēli, kāpēc Emersons, kāpēc Zilzins, teiksim, tas bija tīri uz atjaunošanās rādītājiem, tur bija kaut kāds taktisks vai citas izvēles? И то, и другое. То есть, в принципе, если вы заметили две замены по сравнению с предыдущим матчем, Эмерсон вместо Седрика выступал, поскольку Седрик, на наш взгляд, он выпал из предыдущего матча, и, в принципе, он выглядел недостаточно хорошо в той игре, да, и, в принципе, тут логично напрашивалось это решение. Зюзин игрок обоймы, да, то есть мы хотели конкретно, чтобы он в этом матче играл, да, и мы знали, что он будет очень полезен, да, с самого начала, при том, что у него были такие тактические задания конкретные, да, не хочу там распространяться по поводу их, но, в принципе, это был такой и тактический, и чисто физиологический шаг этих замен. Со стороны казалось, что самые тяжелые минуты были тогда, когда удалился Соловьев, еще не вышел Сорокин, и что тогда происходило, насколько там была импровизация в обороне? Там эта минутка где-то была, то есть мы сразу среагировали, но там не было импровизации и даже не было конкретных указаний. Эмерсон сам сел в эту зону, то есть все правильно сделали. Я думаю, что может быть более опытный, там, например, Шарич, он очень здорово реагирует в этих ситуациях на поле, то есть уже является как тренер на поле. И, в принципе, там все правильно было сделано, нам не нужно было реагировать и вмешиваться. Про тренеров возле поля небольшой конфликт возник во втором тайме. Чему причина? Что там случилось вообще? Ну, это как причина одна. В таких ситуациях очень много эмоций, да, все считают себя правыми, то есть, ну, это часть игры, и, в принципе, нужно это воспринимать как должное. Понятно, что нельзя грань определенно переходить, да, но, в принципе, я думаю, что это ничего страшного. Solojumam ir dzeltenā kartīte, laukuma vidū ļoti agresīvs gaisa atdolis, cik tas ir attaisnojami. Vispār šāds lēmums iet tādā asā. Ну, в принципе, я опять же скажу так, двояко. С одной стороны, Соловьев, он такой футболист, очень футбольный человек, да, то есть он всегда хочет быть в центре событий, да, иногда это ему мешает, то есть за счет эмоций, но это очень важно, чтобы такие футболисты были. В принципе, их сейчас у нас вообще мало такого рода. Поэтому однозначно это грубейшая ошибка, он не должен это делать. После игры он это понимает. И очень часто у него происходят такого рода ошибки, когда он в пылу игры забывает какие-то тактические перестроения, какие-то там, ну, необходимые движения свои. Это все бывает. Но это все связано с тем, что он именно, вот как я называю, такие футбольный человек. Kaspars Икстенс ieņēma vārtsarga vietu pēc tam, kad Danilo Kučeram nebija varbūt tik labs periods, nospēlēja 4 spēles, nu, manuprāt, gandrīz nebija kļūda, bet pirms atbildīgās spēles Belgradā tu atkal nolēmi tomēr mainīt vārtsargus, un arī šodien palika Kučers skaidrs, ka Kučers nospēlēja ļoti labi, bet paskaidro, kāpēc šādas izmaiņas bija. Nu, у нас в команде есть 3 вратаря, да, то есть Икстенс, Кучер и Серега Вилков. Они конкурируют между собой, понятно, что Вилков молодой, больше он вратарь на перспективу, но между этими вратарями идет здоровая конкуренция. И у нас есть квалифицированный тренер по вратарей, который, в принципе, наблюдает, рядом находится, и конкретно в какой-то момент принимается решение, конечно же, пообщавшись с ним. Сейчас перерыв на игры сборной. У вас есть сборники, но большинство, я так подозреваю, будут выходные. Что вы, как главный тренер, посоветовали бы игрокам делать эти 2-3 дня? У нас есть план, да, составлен, и, в принципе, там в плане указано было, что у нас 2 выходных, да, сейчас планируется, но в перерыве, подстегнув, да, я им пообещал еще плюс 1 выходной, чтобы они потерпели, чтобы они были готовы выложиться на 100%. Да, то есть сейчас у них будет 3 выходных, но сейчас других рецептов, как отдыхать, в принципе, ну, нет. Как отдыхать? Они профессионалы, они знают, как отдыхать. То есть главное восстановление – это сон и питание. То есть мы постоянно это твердим, то есть они это знают, но… Turpinam pēcspēles preses konferences otrā daļa ar jums kopā Riga futbola kluba komandas galvenais treneris Oleks Kononovs no sākuma. Pāris treneriem un tad jautājumiem Днем Царя Лайкс. Олег, пожалуйста, ваш комментарий. Конечно, неприятно проигрывать на своем поле, в себя, на стадионе. Наш первый проигрыш после 14 проведенных игр с победами. Ну, значит, так было нужно, так задумано, наверное, свыше. Тем не менее, мы по игре сегодня, по созданным моментам, по владению преимуществом превзошли соперника, но по голам соперник был лучше и победил. Поэтому, конечно, поздравляю РФШ с победой. Я думаю, тем не менее, игра была интересна с обоих сторон. Nepatīkam zaudēt savā laukumā. Pirmais zaudējums pēc 14 uzvaru sērijas. Un, nu, ja tā šovakar notika, tad tā tam vajadzēja būt un tā tas bija lemts. Spēles ziņā šodien gan kopumā spēles ziņā, gan arī izveidoto momentu ziņā bijām pārāki, bet vārtus vairāk guva RFS un apsveic RFS komandu ar gūto uzvaru. Un mēs domājam tālāk. Тренер до пропущенного гола у них моментов почти не было, но что случилось в этом моменте с пропущенным голом? Дарко Леймальч выиграл верховой бой, и Ян Сиклоникс остался, в принципе, один. Кто там не успел, не доспел, кто занял неправильную позицию. Можете по горячим следам сказать? Ну, мы разберем этот момент. Да, в первую очередь, что, по сути, мы проиграли единоборство, а далее не подстраховали. Кого-то обвинять конкретно не в моих правилах, поэтому, конечно, допущена общая позиция, где-то неправильная, поэтому, ну, бывает такое, что есть ошибки в линии защиты, и, соответственно, отсюда идут и опасные моменты, и голы. Можно ли в общем сказать, что выход именно Яковникса во втором тайме, в начале второго тайма осложнил игру Риги в обороне, потому что до этого было 7-8 минут, в принципе, на одной половине поля? Ну, по сути, наверное, это же, если брать всю игру, то, ну, можно сказать, два удара, два гола. Одна вот эта наша ошибка, но я могу сказать, что игрок очень хорошо распорядился мячом и на замахе обыграл нашего защитника и послал мяч в дальний угол. То есть забит он был очень хорошо. Второй гол с рикошета. До этого у нас были очень хорошие возможности, мы их не забивали. С 3-5 метров. Но удача была сегодня на стороне РФШ. Про игру в атаке уже выбором стартового состава много удивили. Не было чистого нападающего, Кулэмбомба, был Роджер в центре. Почему вы сделали такой выбор на этот раз? Ну, определенные тактические были соображения, чтобы Кулев вышел по ходу и усилил. И смена нападающего другого плана тоже могла для команды соперника быть неожиданной в какой-то степени. Более того, ну, вернее, возможно, ожидаемой, но так как игроки, два центральных защитника, все-таки концовки всегда устают, то вот здесь свежий нападающий, такой габаритный, я думал, что он как раз и усилит игру. Про форварда говоря, у вас очень много дополнений в полузащите, но нет центра форварда. Но как так вообще случилось, что в главном периоде сезона у вас только один нападающий? Да, это определенная, наверное, в первую очередь наша ошибка, клубная ошибка, что у нас всего два нападающих, и один из них получил травму, и мы остались вот в важном периоде с одним нападающим Куле. И поэтому выходим из этой ситуации так, как оно есть. То есть ищем резервы за счет каких-то тактических соображений. Вот. Но надеюсь, что еще трансферное окно не закрыто, и мы все-таки усилимся центральным нападающим, но и Рома Добилко уже скоро будет в строю, также рассчитываем на него. Про Добилко уже сказали. Какая ситуация у Черномордова? Вообще он будет в сборной, и когда мы увидим аргентинца? Черномордов уже готов, по сути, к общей группе. Сейчас пауза, и он вызов получил в сборную, и там будет тренироваться. Ну, а тренеры решат, готов он для того, чтобы принимать участие в играх национальной сборной. Что касается нашего аргентинца, он сейчас браво тренируется, тренируется очень хорошо. Надеемся, что как раз этот период паузы сборной он войдет уже в игровой ритм, в тренировочный, игровой, чтобы уже также нам помогать в этих играх, которые будут в дальнейшем, потому что как в чемпионате интрига сейчас уже больше, интересней, вот, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Что касается наших игр в Лиге Европы, которые будут, но они также для нас супер важны. Что случилось в этом конфликте между вами и тренером РФШ? Ну, это определенные эмоции, которые возникают в таких играх, важных играх, дерби. Это всегда определенные эмоции, но немного поговорили по душам. Как будете проводить сейчас перерыв на сборной? Конкретно вы, что многие игроки уедут? Будем отдыхать 2 дня, готовиться, набирать силы для оставшихся игр и, как я сказал, очень важных игр и Еврокубках, потому что, конечно, мы понимаем, что Еврокубка важны как для нас, так и для всей страны. Надо набирать очки в коэффициенте. Поэтому, конечно, мы все сосредоточены на этом, на том, чтобы, конечно, progressировать и двигаться дальше. Про общую турнирную ситуацию ваша команда и РФС, две ведущие команды, вы видите вот целиком в таком мастерстве, в общем, видите большую разницу, или вы считаете, что то, кто победит титул, там будут маленькие-маленькие нюансы и команды очень похожего уровня? Я думаю, да, вы правильно сказали. Нет такой большой разницы между нами, между РФШ. Считаю, что мы равны. Вот, и победит, я думаю, в конце в чемпионате сильнейший. И в первую очередь, как каждый из нас проведут матчи, как стабильно проведут матчи с любым соперником, не только играя друг с другом. Завтра жеребьевка Лиги Европы, второго отборочного раунда. Есть ли какие-то там, не знаю, желания, предпочтения, сколько смотрели на этот список команд? Ну, я всегда говорю, главное, что попался соперник, которого мы прошли. Вот. В любом случае, нам важно, очень важно выиграть наш первый международный матч, так как мы проиграли в Лиге чемпионов, и сейчас Лига Европы для нас очень важна, и самое главное, что с любым соперником, с кем мы будем играть, конечно, отнестись к этой игре как к последней в своей жизни. И так далее и далее.